Вот хожу по поляне, гуляю и понимаю, как же у нас тут круто. Абсолютно есть все. Батут, детские площадки, бассейны. Просто как у нас уютно. А мы еще не ценим, психуем, пытаемся убежать куда-то на эмоциях. Все так для жизни здесь обустроено, так классно на самом деле. Природа за городом. Все есть, абсолютно все есть. Не знаю, барбекюшные, футбольное поле, баньку строят. Абсолютно все. Для детей, для взрослых, для родителей. Очень уютно, очень классно. Наш домик. Вот он, наш дом. Тут мы живем. Лобная. Вот так вот выглядит оно. Сделали такие большие экраны нам. Спортзал огромный просто. Для ребят вообще супер. Много волейбольной площадки, барбекю-зона. Все, что хочешь. Это наш балкончик с Валерой. Так уютно. Мы, кстати, здесь всего два раза, наверное, были. На этом балкончике сидели. Детская. Барбекюшка. О, для беременной это рай. Так, мне кажется, мне нужно заказать себе новую подушку. Потому что каждый раз, когда я выхожу из душа, тут кто-то спит. Знаешь, я не понимаю, почему не для беременных? На них просто даже удобно спать, даже просто мужчина, не беременный, беременный, не важно. Реально удобно спать. Так, и дай подушку. Ну, мне где спать? Зоя.